Кировск построен в гористой местности. Здесь много лестниц, но не все из них находятся в хорошем состоянии. Где-то повреждены ступени, где-то нет перил. И это нужно исправить до того, как выпадет снег. На проспекте Ленина приступили к ремонту пешеходной дорожки. Ремонт лестницы, который кировчане ждали так долго, на проспекте Ленина наконец начался. Рабочие уже установили ограждение, а на ступеньках арматуру и деревянную опалубку. Работы по реконструкции лестницы на проспекте Ленина 17А выполняются сотрудниками Центра материально-технического обеспечения города Кировска. К пятнице рабочие закончат монтаж опалубки, во вторник, 1 октября, зальют ступеньки бетоном, после чего установят перила. Кировчане к этому событию отнеслись положительно. Отношусь положительно. Пускай на здоровье делают, город нужно, чтобы хорошел. Ну пусть делают, мы там не ходим, но пусть делают, чтобы было красиво. Будет город наш красивее, удобнее, настроение всех будет лучше, люди будут добрее. После окончания ремонта на проспекте Ленина 17А, ЦМТО займется лестницей на Дзержинского 2А.